Приветствую вас, дорогие мои друзья! Новый год спешит к нам в гости! Уж как мы его заждались! И наша семья с нетерпением хочет распрощаться со старым годом. И вот как весело мы решили его проводить! Так, ну хватит уже, давайте все по-взрослому, по-серьезному. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Здравствуйте. L'année 2020 a été épouvantable pour nous et pour tout le monde entier. Amène tout le mal que nous avons eu jusqu'à présent. Que l'année 2021 nous soit propice. Bonne et heureuse année à vous tous dans le monde. Проблемы не пугают, и кризис не возьмет. Мы все равно красиво встретим Новый год. Наш народ бывалый и держится вполне, пока еще хватает на тазик оливье. С наступающим! Ну что же, с удовольствием провожаем так всем надоевший 2020 год. Ужинать мы сели не поздно, в обычное для нас время. Ну, на праздничном столе у нас, конечно, поскромнее, чем в католическое Рождество. Сын мне сказал: «Маман, Новый год будем встречать в русских традициях. Давай нам тазики салатов». Ну, как он сказал, пока еще хватает на тазик оливье. Ну, конечно же, немножко морепродуктов. Куда ж без них? Естественно, у нас включен телевизор, первый канал. Но музыку пришлось убрать. А жаль, она все-таки придает более такую праздничную атмосферу. Но я вас буду сама развлекать вместо музыки. Наш любимый пантеренок. Ох, какой важный, томный. Он такой умница в этом году. Совершенно был равнодушен к обеим нашим елкам в комнатах. Ну, заматерел, стал солидным. Нужны мне ваши елки. И вообще не забывайте, это я вам позволяю ими любоваться. А то бы давно уже. А мать уже и в пляс пошла. Время подступает уже к встрече Нового года в России. Мы все по телефону по очереди поздравили мою мамочку с Новым годом. Мамулечка. Шампанское налито. Осталось совсем несколько минут до наступления Нового года и боя курантов. Ну, слушаю поздравления мамулечки. На громкой связи телефон. Итак, встречаем с Москвой и Волгоградом. Ура! С Новым годом, земляки! Наряду с тазиком оливье и селедкой под шубой любимые французами устрицы. Ну, куда ж без них, тем более сезон. Ну, хотя вы знаете, я очень была удивлена. Свекр, он рыбные продукты вообще не любит, он больше мясной. А вот мама мужа, как он сказал, она их просто обожала, все морепродукты, и устрицы в том числе. Вот и мы их полюбили, хотя, конечно, не сразу. Но благодаря мужу он объяснил, как их надо есть, вот они тоже пришлись нам по вкусу. Вот вы видите, как я использую соус с луком, лук-эшалот. Ну и с лимоном мы их едим. Я предпочитаю все-таки больше с лимоном, чем с какими-то соусами. Ну а о полезности устриц, да и вообще морепродуктов, я думаю, все знаете. Естественно, и салатики в ход пошли. Ну-ну, оно и видно. Афродизиаков наелась, и теперь некуда энергию девать. Уна-уна-уна.
Уверена, эта песня, ну, победила бы наверняка на Евровидении в 2020 году, если бы вот неизвестные события. Уна-уна-уна, астас кватра, уна-уна-уна, астас кватра. Извиняюсь за слова, не знаю этого языка. Так, старый год проводили, новый год с россиянами встретили, ну, теперь готовимся встретить с французами. Вы знаете, ну, не могу я в силу своего характера сидеть букой над тарелкой салата за столом. Веселье мне подавай. Ну, вот прям-таки вся и растерялась, какие штуфельки мне надеть. Вот на каблуке, на высоком, или же на низком. Это туфельки итальянские, а на низком каблуке испанские. Кожаные, очень их люблю. Хоть и высокий каблук, но очень удобная колодка. Ну все, проваливай 2020-й високосный масочный год. Всем желаю снять маски и вернуться к нашей привычной жизни, когда мы могли обнять своих близких без опаски. С Новым годом! С новым 2021 годом, народ! С Новым годом, друзья! Я желаю вам быть здоровыми, видеть своих близких и радоваться общению с ними. Мамулечка моя дорогая, привет! Мы тебя очень любим и скучаем. Дай Бог, чтобы мы победили все невзгоды и смогли встретиться, когда откроют, наконец, границы. Любви, гармонии, ну, конечно же, добра и благополучия в ваших семьях. Семья – это самое главное. С Новым годом, народ! Bonne année! Французы, une année pleine de bonheur, d'amour, d'humilité et surtout une bonne santé pour l'année 2021. Bonne et heureuse année. С Новым годом. А я желаю голодным быть сытым, бедным иметь миллионы, миллионерам иметь искренние чувства. И которые невозможно купить ни за какие деньги. Ну, да. То есть иметь и поиметь то, чего не было. Ура! С Новым годом! Ура! С Новым годом! Ура! Вау! А на шляпку один. Да, в Агадире мы были. Встречали 2020 год, не подозревая о короне. И днем, и ночью лишь она передо мной, и не Мадонне я молюсь, а ей одной. Стой, не покидай меня, безумная мечта, в раба мужчину превращает красота, и после смерти мне не обрести покой, я душу дьяволу продам за ночь с тобой. Ô Lucifer, oh laissez-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Esmeralda. Так, а ну-ка, дружочек, давай-ка иди сюда, поразвлекаемся немножко. Ух ты, какие глазища! А то ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь. Хватит спать-ка, ну-ка, развлекайся. На русском языке куплет запели последний. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. Эсмеральда. Бурные аплодисменты! Уверена, под бой курантов все загадали свои заветные мечты. В дом свой скорее же впускайте год радости и доброты. Пусть целый год, друзья, у вас не будет ни огорчений, ни беды. С новым 2021 годом!